кто углубляется в тайны наук и исследований, кто завоевывает призы и медали на спортивных площадках, дарит свой талант, свое творчество, свое искусство благодарным зрителям, тем, кем сегодня гордится школа и наш город. Дорогие ребята, буквально остается несколько дней до Нового года, и в эти дни, последние предновогодние дни, подводятся итоги по всем направлениям. И сегодня мы с вами собрались с лучшими представителями молодежи, юношами, девушками нашего города. И хотел бы, вот, чтобы вы тоже задумались, почему вы сегодня здесь. Почему из тысяч мальчишек, девчонок, юношей, девушек города, вот вам, нескольким десяткам человек, такая выпала честь здесь сегодня присутствовать. Но очевидно, первый ответ — это потому, что у вас есть какие-то таланты, наклонности какие-то, которые вам позволяют быть в своем деле лучшими. У кого-то в учебе, у кого-то в искусстве, у кого-то в спорте, у кого-то там в других направлениях деятельности. То есть вы что-то, так сказать, поцелованы Богом в макушку, как говорится. Вот. Во-вторых, наверное, потому что вы для того, чтобы достигнуть своих целей, своих задач, упорно и настойчиво трудились. То есть талант плюс труд – это вот и дает результат. В-третьих, конечно, надо за свои успехи поблагодарить и отдать дань уважения тем старшим, кто помогает вам в ваших успехах. Это ваши учителя, ваши педагоги, ваши тренеры, наставники, конечно же, ваши родители. Те, которые ведут вас по жизни, помогают освоить науки, спортивные или творческие премудрости. Без них пока тоже вы, наверное, сами не смогли бы добиться всего этого. И поэтому своим учителям, наставникам надо отдать дань глубокого уважения. Ну и четвертое, что еще хотел бы и отметить. Все эти ваши успехи, все эти достижения стали возможны, потому что в стране в нашей и в городе созданы условия для того, чтобы молодежь, дети могли реализовывать свои таланты, добиваться успехов, результатов в том, к чему лежит душа, что вам интересно и где у вас совпадают ваши стремления с вашими возможностями. Эти возможности в стране есть. И в стране, в городе нашем есть. Спортом, пожалуйста, заниматься. Художественным творчеством, музыкой, пожалуйста, занимайся. Предметы изучать, пожалуйста, занимайся. Поэтому надо понимать, что это ваши успехи, это такая вот концентрация нескольких очень важных и нужных факторов. И они сегодня есть. Пройдет немного времени, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Здесь есть уже ребята и девчата, которые вот в следующем году поступать в вузы, начинают взрослую жизнь. У кого-то еще побольше времени, кто-то учится в средних классах. Но время идет неумолимо, течет, и пройдет там год, годы, несколько лет, и вы будете взрослыми людьми. И уже с вас будет взрослый спрос, перед вами будут взрослые задачи. Вы сами со временем станете людьми, которые не за чьей-то спиной, как бы пока еще, как вы сейчас, за спиной родителей и так далее, а уже сами будете свою спину подставлять тем, кто младше вас, слабее вас, со временем станете руководителями, многие из вас, наверное, самостоятельными людьми, кто-то инженером, кто-то ученым, кто-то спортсменом, кто-то деятелем культуры. Каждый выберет свою дорогу, но вы станете людьми, которые будут определять настоящее будущее страны. Наше поколение сойдет на нет, а вы нас будете заменять. Так вот, сделайте так, чтобы и когда вы будете взрослыми, чтобы такие же позитивные события, как у нас сегодня вот с вами, как в целом происходящее в нашей стране,
чтобы они зависели от вас, и вы им определяли, что наша страна развивается, наша страна сильная, самобытная. Это будет зависеть от вас. Поэтому сегодня у вас только такой небольшой задел еще в вашей жизни. Вы делаете первые шажки, и они у вас успешны. Дай Бог вам всем реализовать свои таланты, свои чаяния, свои какие-то мысли сокровенные и добиться в этой жизни большого-большого успеха. Ваш успех будет успехом не только вашим личным, но и успехом всей нашей страны и нашего города, конечно. Я желаю вам, каждому по своему направлению, добиться того большого успеха, первые шажки, которые мы сегодня сделали, вы вот пока на нашем городском уровне. Нет ничего невозможного. Большая дорога начинается с первого шага. Они у вас, эти шажки, получаются, ну и вперед разгоняйтесь и к своей заветной цели. Поздравляю вас с праздником, всего самого доброго, и пусть следующий год для каждого из вас будет новым этапом, важным и очень успешным в вашей жизни. Глава администрации города Кузнецка в номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» присуждается Акулигиной Дарье, обучающейся 11 класса школы номер 4, победитель призеров региональных творческих конкурсов «Проба пера», «Будущее России», международного литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Обучающимся 10 класса гимназии номер 9.
номинации «Художественное творчество» присвоена Загариной Анне, обучающейся детской музыкальной школы номер 1, лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов, активно участвует в концертной жизни музыкальной школы и творческих мероприятий города Кузнецка. Для получения премии приглашается Тихонюк Кирилл, также обучающийся детской школы искусств, лауреат международных, всероссийских, межрегиональных и открытых конкурсов юных исполнителей на народных инструментах. Активно участвует в творческой жизни школы и города. Участник инструментального ансамбля «Обаяние». На красной дорожке Цветкова Светлана, обучающаяся хореографического ансамбля «Раздолье» детской школы искусств «Вдохновение». По итогам 21 года Светлана стала обладательницей гран-при международного конкурса «Вдохновение. Весна» и «Морской приз», а также всероссийского конкурса «Магия искусства». И начинаем с самую большую номинацию «Спортивные достижения». Столько спортсменов в нашем городе. Премия вручается Фергазову Рамису, обучающимся отделению спортивной борьбы детской юношеской спортивной школы номер 2. Является кандидатом в мастера спорта, членом сборной команды физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия». Премия присуждается Вичканову Вадиму, обучающемуся 10 класса средней школы номер 5, обладатель золотого знака ВТО, победитель спартакиады молодежи России до призывного возраста, программа «Сторона железных дорог» в рамках «Стены моя Россия», серебряный призер в командных соревнованиях по полиатлону на спартакиаде до призывной молодежи. Награждается Крайнов Алексей, обучающийся отделение спортивной борьбы школы номер 2 города Кузнецка, мастер спорта по спортивной борьбе, четырехкратный призер первенств Приволжского федерального округа по спортивной и пятикратный победитель всероссийских соревнований. Аплодисменты! Для получения премии приглашается Майоров Кирилл, обучающийся отделение спортивной гимнастики, член сборной команды Пензенской области по спортивной гимнастике, победитель в опорном прыжке по программе «Кандидат в мастера спорта» и бронзовый призер в командных соревнованиях в 5-й летней спартакиаде молодежи России. Я считаю, вот в качестве пожелания мне хочется пожелать вам вот ту планку, которую вы сегодня подняли на высокий уровень, желательно, чтобы вы ее пронесли на протяжении всей жизни. Не перегорите. Это очень важно. Все то, что вы делали в течение года, это такой молодежный фундамент для нашего города и для нашей страны. Вы – наше будущее. Будущее, которое не только должно получить там образование у нас в городе, кто-то, может быть, и продолжит еще дальше, и уехать из него. Самое главное, это будущее должно вернуться к нам в город. Мы очень вас ждем, возможно, не всех, но кто-то должен вернуться, этот город должен жить. Он должен жить за счет молодежи. В преддверии Нового года хочу вам пожелать, конечно, в первую очередь здоровья. И все то, что вы наметили, сами, с родителями, с педагогами, в ближайшее время воплотить. С наступающим Новым годом! Дорогие друзья, мы продолжаем церемонию. И сейчас состоится вручение знака признательности. Награждение проводит глава администрации Сергей Александрович Златопольский, глава города Сергей Иванович Лаптев. Для вручения знака признательности в номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» на красную дорожку приглашается Абрамова Виктория, 10 класс школы номер 10, призер научно-практической конференции «Старт в науку» по немецкому языку, конкурса рефератов на тему «350 лет со дня рождения Петра I» и победитель конкурса рефератов «100 лет образования Кузнецкого городского совета». Награждается Зубаха Максим, обучающийся 9 класса
признательности отмечена Кузнецова Дарья, 8 класс, школа номер 6. Победитель и призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, участница майской учебной олимпиадной смены по биологии. Звание Надежды Кузнецкого достаивается Кудинова Екатерина, обучающаяся 11 класса в лицее номер 21. Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика». И неоднократный призер конкурса авторских стихов. На красную дорожку приглашается Куликова Ксения, обучающаяся 9 класса школы номер 3. Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии и обществознанию. Лауреат 6-й региональной научно-практической конференции «Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области». Встречаем Дарееву Анастасию, обучающуюся 10 класса школы номер 6. Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Лауреат 1-й степени Всероссийской олимпиады искусств. 5-го открытого фестиваля гитарного аккомпанемента «Играй гитара от души». Награждается Целикин Дмитрий, обучающийся 11 класса школы номер 14. Неоднократный победитель Всероссийской олимпиады школьников в области истории, географии и обществознания. Активно участвует в командных и индивидуальных конкурсах в волонтерском движении. Знаком признательности отмечена Чумакова Валентина, 11 класс школы номер 17. Призер муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. Участник конкурса исследовательских краеведческих работ «Кузнецкая живая старина». Не забываем аплодировать нашим номинантам. Награждается Шалимов Николай, обучающийся 9 класса школы номер 3. Призер первого регионального конкурса научно-исследовательских работ имени Дмитрия Менделеева в секции «Математика», муниципального этапа литературного конкурса «Живая классика», является лидером школьного волонтерского отряда «Импульс». На красную дорожку приглашается обучающийся 10 класса гимназии номер 1 Шамонина Виктория, обладатель международного сертификата Гёте-института, подтверждающий уровень владения немецким языком и дающий право обучению за рубежом. Победитель международного конкурса «Молодежный обмен 2021». Продолжаем награждение. И следующая номинация – художественное творчество. Знак признательности вручается Егоровой Елизавете, обучающейся вокально-хоровому отделению детской школы искусств «Вдохновение», солист образцового ансамбля «Вдохновение», лауреат международных конкурсов, активная участница школьных городских концертов. Награждается Каширина Анастасия, учащаяся детской художественной школы, лауреат 12 международных, 4 всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей. В апреле 2021 года награждена благодарственным письмом губернатора Пензенской области. Для награждения приглашается Каширина София. Учащаяся детской художественной школы, она также является лауреатом 12 международных и 4 всероссийских конкурсов и также награждена благодарственным письмом губернатора Пензенской области. Двойные аплодисменты двум сестрам. На красной дорожке Кильдеева Дания, обучающаяся детской школы искусств, лауреат всероссийских детско-юношеских конкурсов рисунка и прикладного творчества «Моя Родина», «Космический туризм», «Осень», «Космические цветы». Как отмечают педагоги, ее творческие работы интересны и многофигурны. Награждается Полозова Софья, обучающаяся по классу академический вокал детской школы искусств «Вдохновение», лауреат и дипломант творческих конкурсов
спортивные достижения приглашается Абрамов Данила, обучающийся отделению борьбы самбо детской юношеской спортивной школы номер 1, победитель всероссийских соревнований «День самбо», первенство Приволжского федерального округа, участник первенства России по борьбе самбо. Встречайте, Баландаев Максим, обучающийся детской юношеской спортивной школы номер 2. Имеет первый спортивный разряд в спортивной борьбе. Не
администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Аплодисменты. 2 года подряд она становится победителем. Награждаются Власова Карина, победитель всероссийского конкурса «Большая перемена». И Власова София, финалист всероссийского конкурса «Большая перемена» в рамках президентской программы. Карина и София ежегодно участвуют в различных интеллектуальных конкурсах, в международных предметных олимпиадах, во всероссийских конкурсах рисунков и школьных олимпиадах. Для получения награды приглашается Соломатова Ангелина, полуфиналист всероссийского конкурса «Большая перемена», победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, награждена благодарственным письмом администрации города Кузнецка Пензенской области. Ну что ж, мы вас благодарим, но я хотела, чтобы вы сказали пару слов. Добрый день, уважаемые ребята. На самом деле для вас знаменательный день. Год вы прожили не зря. Вы достигли определенных успехов в учебе, самое главное, в спорте, в художественной, как в художественных наукách и так далее. Понимаете, в чем дело? Это первая, наверное, ваша награда, я думаю, она не последняя. Потому что, на самом деле, наше будущее от того, как вы будете учиться, будем так жить. И на самом деле, Сергей Александрович сказал, что нам скоро уже на пенсию, мы надеемся только на вас. Поэтому я от души вас поздравляю с Новым годом. На самом деле, Новый год – это семейный праздник, где ждем мы все каких чудес. Я думаю, они сбудутся, жизнь наладится, будет лучше. И самое главное – новых побед, новых свершений. С праздником, с Новым годом! Добрый день, дорогие друзья! Я уверен в том, что вот сегодняшняя награда – это не только результат вот этого года. Я знаю, что вы шли, когда вы пришли в начальную школу, в среднем звене, вы уже к этому шли, вас... Ваши педагоги, ваши наставники вели, ваши родители с вами были всегда рядом. И я надеюсь, что это не последняя ваша награда. Я хотел поддержать Сергея Ивановича, нашего главу города, что вы должны вернуться в город Кузнецк. Вы должны продолжить эти наши традиции. Наш город должен жить, развиваться. Без молодежи это просто невозможно. Я знаю, какими вот бессонными ночами там, вы жертвуете своими выходными днями. Я просто в этом, как бы в этом... сфере работы. Я знаю, как девчонки, вот, которые здесь присутствуют с раздолью, я очень рад, что они получили такие большие награды, как они отодвигали свои личные дела на потом, куда-нибудь подальше, но шли и делали свое дело. Вы это заслужили. Пусть в этом году ваши родители погордятся в этом. Они этим тоже заслужили. Вам крепчайшего здоровья. Оно вам пригодится на будущее. Будьте счастливы. Дерзайте, достигайте своих целей, которые вы себе поставили. С Новым годом! В сентябре 2021 года проходили олимпиады для обучающихся 11 классов по математике, физике и химии, в которых приняли участие обучающиеся с высоким уровнем знаний. И сейчас состоится награждение. И награждение проводит Евгений Викторович Галяев. Дорогие юноши и девушки, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Борис Александрович, поближе, а то мне страшновато. В рамках вот нашей кузницы, которую, я помню, Сергей Александрович, ну, была такая история, на Шарангурум проводили в Пензе, в областном центре, и Сергей Александрович, он как ко мне подошел и говорит, ну, может быть, в Кузнецке что-то организуем. Вот с тех пор как-то есть наша кузница. Это, конечно, благодаря Сергею Александровичу. Вначале, в первой, вторая, мы много помогали, а сейчас город справляется сам и лучше нас. Но вот, когда придумали олимпиаду, я помню, как много было сомнений, как Лариса Александровна сомневалась, как же так, ребята, только-только, наша кузница же, это 1 сентября, первые учебные занятия, неужели, как их вдруг это вот ударит такой нагрузкой. Ну, а потом решили, и вот это состоялось, появилась такая традиция. Мне очень нравится, когда есть традиции в любом там, социуме, города, я не знаю, между друзьями. Я за то, чтобы традиции были, чтобы мы их развивали и поддерживали. Пару слов. Ну, если говорить не только об олимпиаде, которая проводится в рамках нашей кузницы, а мы проводили уже ее пятый раз проводили. Это юбилейный праздник.
Сначала у нас были только математика с физикой, потом мы добавили химию, потому что Евгений Викторович, мама, педагог, и, в принципе, это, ну, для всех педагогов, которые работали, работают в городе. А мне хочется поздравить вас, ребята, я вот сегодня смотрю на вас. Когда мы отбирали работу, действительно, вы были самыми лучшими. Было непросто, потому что много достижений приходилось отстаивать где-то, тех, кто стал победителем сегодня. Но вот смотрим мы сегодня на ваши достижения, действительно, вы достойны тех наград, которые вы сегодня получаете. А традиция вручения наград перед Новым годом детям и взрослым, взрослым она давно существует, а вот детям, я тоже думаю, что, наверное, лет 5. Да, Сергей Александрович? Или побольше уже? Вот представьте, сколько детей прошло через такой вот конкурс замечательный и, соответственно, через поздравление с Новым годом. Я желаю вам в Новом году новых достижений, новых успехов, и чтобы те, кто сегодня получил номинацию «Надежда Кузнецкая», в следующем году стали лауреатом премии. А что ж, мы начинаем награждение. Первое место по физике Давыдова Екатерина Дмитриевна, учащаяся 11 класса, школа номер 15. Мы придем на бедного.
талантливые, активные, неуважаемые взрослые, ведь наступает самый сказочный, самый волшебный праздник на свете, который дарит нам песни, подарки, смех, положительные эмоции. А самое главное, дорогие друзья, это веру в чудо. И поэтому я хочу пожелать вам не просто верить в чудо, а особенного настроения в будущем году, чтобы вы подходили к любым начинаниям с вдохновением, с азартом, с огонечком. И пусть за каждым поворотом судьбы вас ждут только положительные моменты, положительные события, которые принесут вам благополучие, а самое главное – это веру в будущее. С Новым годом! Наступает 2022 год, в котором новые открытия, новые горизонты, победы, удачи, радости. Я желаю, чтобы этот новогодний праздник принес вам как можно больше чудесных мгновений. С наступающим Новым годом! Друзья, в этом волшебном сне, в этом зале сияют огни новогодней елки, звучит музыка и смех. Встречайте Новый год радостно, с улыбкой и надеждой, и он обязательно исполнит все ваши мечты. Shut up.